Эта история основана на оригинальном историческом романе «Дайдадзе Кадзуо». Произведение было частично изменено и адаптировано. Сёгунат Токугава, пришедший к власти в 1603 году, положил начало эпохе Эдо. К концу 19 века он существенно ослаб из-за непоследовательной политики правительства. Это время стало колыбелью новой эпохи. Наша история начинается с маленького мальчика, который должен был выжить в эти суровые дни, что пришлись на апогей эры хаоса. Режиссер и автор сценария Нисидзава Акио. Исполнительный продюсер Мураками Масахиро. Контроль над проектом Нисидзава Масая. Дизайн и анимация Такаока Дзюнити. Звукорежиссер Курия Макото. Продюсер Такагаги Дзюнити. Партия на сами сцены Агуцама Хиромицу. Автор оригинала Дайдзе Кадзуо. Музыкальные импровизации. Жизнеописание создателя Нитабо. Нитабо, слава создавшего Цугару Самисен. Первый год, период Кэйо, весна, 1865 год. Выбирайте маски! Держи. Мама! Ну что, пойдем? Да, пойдем. Спасибо. Это в знак благодарности. Возьми. Молодец.
Хватит меня дразнить. И что она тебе дала? Не смотри, пап. Половинка красивой ракушки. Нитаро, что случилось? Ты за всю дорогу не сказал ни слова. Нитаро, что случилось? Тебе неплохо? Ты случайно не заболел? Нитаро, что случилось? Папа! Эй, Нитаро, что с тобой? Мы уже почти пришли. Забирайся ко мне на спину. Ладно. Папа! Пап, я тут. Нитаро, наконец-то ты пришел в себя. Ты так жутко стонал во сне. Папа! Папа, тут так темно, что я ничего не вижу. Сейчас что, ночь? Ночь? Да. Сейчас только полночь. Три года спустя. Четвертый год период Кэйо. Первый год эпохи Мэйдзи. 1868 год. Нитаро, а ты неплохо играешь. Все, что у меня есть, это флейта. Тамикети-сан, ты уже сам управляешься паромом. Твой отец меня давно обучает, поэтому уже могу. Хотя он сказал, что я еще недостаточно силен, чтобы возить пассажиров. Я мечтаю, что когда вырасту, у меня будет своя лодка. Мечта? Ты меня вообще слушаешь? Слушаю. Понятно. Камуса играет на сякухате у пристани. Пойдем посмотрим? Да. Сякухате – продольная бамбуковая флейта. Камусо – странствующие монахи японской школы дзен-буддизма. Дяденька, что тебе, малыш? Можно мне попробовать? Сякихати — это не детская игрушка.
Но если хочешь, вот, держи. Хорошо, дуй в нее. Это не так просто, как кажется. Дай-ка мне сюда руку. Ну что, понял? Когда играешь на сякухате, нужно сложить губы трубочкой. Сякухати пукнула! Не повезло ему. Во время эпидемии он переболел тяжелой формой лихорадки. Он остался жив. Однако, как вы заметили, лишился зрения. Ему было 8, когда это произошло. Ему нравятся предметы, издающие звуки. Его мать была странствующим музыкантом, играла на самисене. Вскоре, после его рождения, она тяжело заболела. И спустя год умерла. Я до сих пор не простил себя за то, что не смог найти денег на доктора. Кстати, у меня еще хранится ее самисен, хотя все струны давно порвались. Папа, я хочу стать камусо. Я буду учиться играть на сякухате и стану камусо. Ведь я могу играть на сякухате, хоть и не вижу. Нитаро, ничего не получится. Почему? Только самураи могут стать камусо. Почему только самураи? Таков обычай. Тогда кем же мне стать? Ты еще ребенок. Тебе рано думать о таких вещах. Что это тут? О чем объявление? Разыскиваются преступники. Эти двое грабители, которые пытались украсть деньги у правителя. Они также ограбили несколько купцов. Были жертвы. Они могут скрываться в этом районе. Поэтому будьте осторожны. Какие же опасные нынче времена. Самураям стало не просто зарабатывать на жизнь, поэтому некоторые стали бандитами. Кое-где до сих пор продолжаются столкновения армии Сигуната и нового правительства. Что же станет с этой страной? Тамана-сан, хотите еще чаю? Нет, этого достаточно. Хорошо. Как же долго не было вас в Камбару? Вроде бы 3 года. Неужели так много? Вы выглядите усталый и измождённый. Должно быть непросто путешествовать вместе с дочкой. Нет, вроде бы. А в последнее время стало еще и опасно. Годзё-сан.
«Извините за беспокойство, но мой хозяин хотел послушать вашу игру на семисене». «Конечно». «Юки, вставай. Пойдем». «Да». Годзе. Слепые странствующие женщины-поэты и музыканты, бродившие от деревни к деревне. «Спасибо вам. До встречи. Берегите себя». Сегодня ваша песня просто великолепна. Спасибо вам за вашу похвалу. Как бы лучше сказать? Она действительно берет за душу. Ты не могла бы заплатить ей? Да. Как время летит. Что это вы вдруг? Подумать только. Ведь прошло уже 11 лет со смерти Кинетян. Ребят, нелегко вам приходится. Скажите тоже. Спасибо вам, Амацу-сан. Всегда пожалуйста. Эй, ты долго за нами будешь идти? Да что с тобой такое? Ты все это время ходил за нами. Ты ведь у ворот слушал, как мама играет на семисене? Тебе от нас что-то надо? Юки, не надо говорить таким тоном. Прошу прощения! Он вам не надоедал? Нет, все в порядке. Надоедал. Он слушал, как мама играет на семисене. И все время ходил за нами следом. Что такое, Нитаро? Тебе что-то нужно от Годзе-сан? Почему ты молчишь? Семисен. Что ты сказал? Семисен. Только не плачь. Нитаро, ты только вчера хотел играть на сякухате, а сейчас уже на самисене?
Я очень извиняюсь за сегодняшнее. О, ничего страшного. Я и не думал, что он попросит вас научить его игре на самисене, чтобы стать годзе. И я даже не смог ему перечить. Вас правда не затруднит учить его играть на самисене? Да, мы все равно собирались остаться тут еще немного. Мне не составит хлопот поучить его. Спасибо вам огромное. Однако? Даже я не смогу сделать из Нитаро-сана годзё, так как он мальчик. Тут вы правы. Мужчина не может стать годзё. Именно. Как бы то ни было, это правда прекрасный сэмисэн. Правда? Да. Я чувствую сердце женщины, игравшей на нем. Нет, ее душу. Это так грустно. Да снимаешь же ты! Ни за что! Говорю же тебе, я его постираю. Ну и чего ты добивался? Я не хотел, чтобы ты его стягивала. Скажи. Что тебе еще? Скажи. Больше ничего не отдам. Слушай. Откуда ты взял ракушку, которая у тебя на шее? Мне ее дала одна девочка возле храма Канаги, когда я был маленьким. Так и знала. Кто-то мне показалось, что я тебя уже где-то видела. Ну и? Это я, та девочка, которая дала тебе эту ракушку. Вот. Приложи ее к своей. Чувствуешь? Они подходят друг к другу. Ага. Нитаро-сан, нельзя просто играть на семисене. Должен вкладывать все свои чувства, когда играешь на нем. А иначе тебя никто не будет слушать. Вложить свои чувства? Ты меня понимаешь? Да. Тогда сыграй снова, с самого начала. Юки-тян, почему ты не играешь на самисене? Мне не очень нравится играть. Я хочу научиться хорошо шить и когда-нибудь стать швеей. Когда я вырасту, то выйду замуж за хорошего человека.
Да, совсем неплохо. Нитаро, у тебя стало получаться намного лучше. Твоя мать отлично играла, но ты можешь ее превзойти. Нитаро, ты правда молодец. Неужели вы завтра уходите? Да, потому что наступает осень. К тому же мне больше нечем учить Нитаро. Дальше он справится и сам. Нитаро, не забывай, чему тебя учили. Но все же это так неожиданно. Таман-сан, берегите себя. Прошу вас, будьте осторожнее. Вы тоже, Омацу-сан. Тоже береги себя, Юки-тян. Прошу. Что же ты молчишь? Тебе разве нечего сказать? Они ведь уплывают. Юки-тян! Тетенька Тамана! Спасибо вам! Пока! Не бросай играть на семисене! Нитаро, я слышал, в храме Канаги сейчас Тодадзе из Хиросаки. Не хочешь сходить послушать? Тодадзе? Там слепые люди практикуются в игре на биви и самисене. Я смогу поучиться играть на самисене? Точно! После обучения ты станешь басамой, сможешь заниматься кадодзуки и выступать во всей стране, а люди будут давать тебе деньги и еду. Тамакети-сан, пойдем, посмотрим. Тодадзе, религиозная гильдия слепых монахов. Бива, инструмент грушевидной формы с четырьмя струнами. Тот босама, посередине, это Кенге-сан? Он такой величавый. Он выступает для самого правителя и учит его дочь играть на кото. Но я слышал, что все тододзе скоро разгонят. Что же тогда будут делать босама? Кото — японский щипковый музыкальный инструмент, аналог цитры. За что? Больно же! Не забывай, здесь тододзе. Сыновьям лодочников тут не место. То, что вы умеете играть на самисене, еще не значит, что вы можете вступить в тододзе. А теперь уходите. А что, лодочники не люди? Слушай, па, а почему сыну лодочника нельзя вступить в тододзе? Ну, с
здесь все дело в социальном статусе. Вот из-за него и нельзя. Опять правило? Почему мне нельзя делать то, что хочется? Почему я не могу заниматься этим? Я просто хочу играть на самисене. Играй, если хочется. Но делай это по-своему. Но в Тадодзе тебя не возьмут. Я все равно буду играть на самисене. Даже если меня не возьмут в Тадодзе. У тебя все нормально, Сантаро. Не волнуйся, все в порядке. Хорошо, тогда я пошел. Да, давай. Отлично. Готовь лодку, отплываем. Я не поплыву в такую погоду. Готов, тебе говорят. Я не могу ее удерживать. Давайте пристанем к берегу. Нет, плывем дальше. Мы погибнем, если не остановимся. Просто плыви дальше. Нитаро. Нитаро! Сантаро-сан был отличным лодочником. Но в такой буре у него не было ни шанса. Почему так происходит? Бедняга. Что же теперь будет с Нитаро? Страшно даже представить. Он ведь слепой. Он остался совсем один. Папа, как я буду без тебя жить? Зачем я только родился? Нитаро, ты не погиб даже во время эпидемии. Тогда умерло много детей. Ты сильный мальчик. Несмотря на то, что ты слеп, что меня нет рядом, у тебя все будет хорошо. Но я... Нитаро, у каждого человека есть свое предназначение. Ты должен выступать перед людьми, играя на самисене и сякухати. Нитаро, выше голову. Все хотят услышать твою игру. Папа, тогда я буду на нем играть. Я буду играть гораздо лучше, ведь меня учила Тамана-сан. И я достучусь до людских сердец. Ясаши, итоми на юме но нака укабу ё. Овоете ру хазу но наи.
Это правда, что сын Сандаро играет на самисене? Хоть у него и нестандартный стиль, он отлично владеет инструментом. Говорят, самисен сейчас входит в моду. Семь лет спустя. Восьмой год эпохи Мэйдзи. Ранняя весна. 1875 год. Молодой господин? С возвращением, молодой господин. Благодарю. Спасибо, что довезли. Возвращением, Кикуноске. Я вернулся. Надо же, как много ты всего привез. Ну да, я все это купил в Токио. Отец, я наконец вернулся. Рад видеть тебя в добром здравии. Кикуноске, ну как там Эдо? В смысле, Токио. Знаешь, отец, прошло уже 7 лет, как Эдо переименовали в Токио. Все вокруг очень быстро меняется. Построили железные дороги, а дома и еда на западный манер уже не в диковинку. Однако для создания новой нации требуется культурная трансформация. Я по-прежнему часто слышу о восстаниях, поднимаемых военным сословием. Ты узнал обо всем этом в Токио? Да, они начали издавать газету, и в ней можно о многом прочитать. Газета, говоришь? Ладно, остальное расскажешь потом. Иди в свою комнату и отдохни с дороги. Кстати, мам, насчет Басамы, который играл на самисене перед дверями. Ты про Нитаро? Он родом из Камбары. Насколько я знаю, он время от времени бывает в районе Канаги. Он вроде бы известный. Давненько я не слышал стиля Цугару самисен. Тот молодой человек очень умело играл на самисене. Thank you.
Прошу прощения, Нитаро-сан, верно? Да, это я. А кто вы? Я сын пивовара из Канаги. Меня зовут Кикуноски. Я недавно слышал, как вы играете на самисене. Мне захотелось послушать еще раз. Что ж, большое спасибо. Кстати, у вас не такой стиль, как у Басамы Стадодза. Я слышал совершенно уникальный стиль. У кого вы этому обучались? Сначала меня учил играть Годзе из Камбары, которую звали Тамана. А потом я просто играл в стиле, который мне нравится. Рад, что вам понравилось. Нитаро-сан, если вновь приедете с Кададзуки в Канаги, загляните на пивоварню. Прошу вас. Конечно. Буду очень рад. Мне не нравится его дерзость. Ты прав. Надо что-то делать. Омацу-сан. Давно не виделись, Омацу-сан. Не может быть. Твоя игра раздражает! Не кради у нас хлеб! Мы не хотим слушать самоучек, куда бы мы ни пришли. Из-за таких, как ты, страдают настоящие мастера. Эй, Нитаро, почему ты не отвечаешь? Времена изменились. Теперь любой может играть на сякухати. И на самисене тоже. Ах ты, ублюдок. И Тадодза были распущены. Что плохого в том, чтобы играть на самисене? Вот только этого не надо. Что больше его даже в руки не брал. Как жестоко. Лучше не вмешиваться. Мы его заберем. Прекратите. Подло издеваться над слепым человеком. Что вам сделал этот молодой Басама? Он вызывающе себя вел, притворяясь настоящим Басамой, и плохо играл на самисене. Мы его за это наказывали. Это не повод. Времена изменились. Теперь ни у самураев, ни у Басам нет привилегий. Любой может играть на самисене, если того пожелает. Но это неправильно. Что? Это вы ведете себя вызывающе? Или вы против провозглашенной императором революции? Нет. Вовсе нет. Надо же. Неужели все просто стояли и смотрели? Нам не с руки вмешиваться в разборки, Басам. Верно. Нитаро, ты здесь? Амацу-сан, проходите, дверь открыта. Эй, Нитаро, догадайся-ка, кого я привела? Это дочка Тамана-сан, которая учила тебя играть на самисене. Заходи. Юки-сан? Что ты здесь делаешь? Юки-сан? Нитаро-сан, это Юки. Юки-сан. Нитаро. Недавно Тамана-сан умерла в одном из путешествий. Юки-тян пыталась получить статус ученицы, но ей не удалось. Сейчас она работает на одного торговца в Канаге. Мне больше некому было пойти.
Потом я вспомнила об Амацу-сан и о тебе, Нитаро-сан, и решила приехать сюда. Амацу-сан мне очень помогла. Понятно. Значит, Тамана-сан умерла? Все началось с обычной простуды. Но ты знаешь, каково это. Должно быть, тебе не просто приходится без отца. Но я справился. Мне очень помогли Амацу-сан и Тамакети-сан. Мама всегда за тебя переживала, Нитаро-сан. Она говорила, что твой талант игры на симисене с годами будет только расцветать. Теперь мы с тобой оба одиноки. Ты чувствуешь себя одиноким? Я об этом не задумывался. Я всегда был один. Что такое, отец? Ничего. Скажи мне, Кикуноска, разве ты ездил в Токио не для того, чтобы обучаться, а для продолжения семейного дела? И посмотри, чем ты занимаешься, как вернулся. Ты почти не бываешь дома, а когда приходишь, то запираешься в этом амбаре. Как это называется? Печатная машина? Именно. Ты все свое время уделяешь только этой печатной машине. Может быть, ты все-таки задумаешься и о семейном деле? Хорошо, я тебя понял. Подходите! Послушайте, как настоящие истинные басамы играют на самисене. Мы не чита всем этим фальшивым басамам. Игра всяких самоучек может казаться приятной для слуха, однако она не несет благословений от Будды. Да что вы говорите? Нет правил игры на самисене. Это позволено любому, будь то басама или самоучка. Если они этого хотят, давай покажем, как людям понравится выступление самоучки Нитаро. Вот как играет Нитаро.
Я это где-то уже слышал. Ладно, пойдем. Не зайдете ли на чашку чая? Осё? Священник? Примечание. Осё. Высокопоставленный или очень целомудренный буддийский монах. Нитаро, я всегда наслаждался твоей игрой. Спасибо большое. Очень запоминающаяся мелодия. Похоже, людям нравится твоя игра. Нет, я еще плохо играю. Но сегодня ты играл чересчур резко. Я почувствовал, что нашел стиль, в котором хочу играть на самисене. Что же мне теперь делать? Я согласен. Сегодня вы действительно играли немного резко. Но если я хочу понравиться людям, то должен играть лучше. И все же... Если у нас вообще не будет самисена, то это все не важно. С этим нужно что-то делать. Если ты будешь продолжать играть как сегодня, то не будет толку, даже если найдешь свой стиль. Последнее время, как бы я ни старался, я не чувствую удовлетворения от своей игры. Если я буду играть слишком резко, то порву струны. Что же мне делать? Нитаро! Ты что-нибудь слышал о Сю-Ха-Ри? Сю-Ха-Ри? Что это такое? Что означает Сю-Ха-Ри? Возьмем для примера игру на самисене. На стадии Сю ты играешь так, как тебя учили. Примечание. Сю переводится «продолжать», «защищать», «сохранять». Стадия, на которой ты изменяешь игру на свой манер... в которой ты пребываешь сейчас, называется «Ха». Примечание. «Ха» переводится «меняться», «изменять традицию», «обычай», «корни меняться». Сейчас для тебя пришло время «Ри», где ты создаешь свой совершенно новый, уникальный стиль. «Ри» переводится «покидать». Получается «сю-ха-ри». Сю-ха-ри, да? Вот оно как! Теперь понятно, что вы хотели сказать. Что это значит? Понимаете, Тамикити-сан? Понимаете, Тамикити-сан? Стиль игры Нитаро-сана превращается в нечто совершенно новое. И это значит, что самисен в его нынешнем виде для этого не подходит? Совершенно верно. Самисен больше не подходит? Нам нужно найти самисен, который не сломается от вашего стиля игры. Самисен? Который выдержит мой стиль игры? Но такого нет, Нитаро-сан. Почему бы нам не съездить на Сигемаридзу в Хиросаки? Сигемаридзу в Хиросаки? Да. Самисен с широким грифом для кукольных представлений в стиле гидаю. Рассчитан на агрессивную, мощную манеру игры. Возможно, там вы сможете почерпнуть что-то, что поможет вам найти свой новый стиль. Неужели это правда? Своей игрой я хочу достучаться до людских сердец. Ради этого я готов пойти хоть на край света. Тогда решено. А меня с собой возьмете? Я не могу позволить ему идти одному. Да, конечно. На улице Хиросаки столько людей... У Сигемаридзу такое огромное здание. Давайте войдем. Примечание. Гидаю. Выступление на специальном крупном самисене, сопровождаемое песней, является звуковым аккомпанементом кукольного спектакля.
Сямисен, на котором играл с Гидаю, очень мощный. Он называется Сямисен с широким грифом. Я был поражен. Я даже не знал, что есть такие сямисены. Мне кажется, что сямисен с широким грифом лучше подходит для вашего стиля игры. У него не только гриф шире, но и толще струны, и сам он больше. Он используется как аккомпанемент для Гидаю. Но мне кажется, вы могли бы играть на нем соло, Нитаро-сан. Аккомпанемент и соло — это разные вещи. Я не уверен, что справлюсь. Кроме того, сямисен с широким грифом мне не по карману. Ну, как тебе тот сямисен? Ну, как сказать, мы смогли его найти, но... Но цена была просто заоблачной. Даже если мы с Тамикити-саном сложимся, не наберется и половины суммы. Вот как. Я бы рада вам помочь. Но что я могу сделать? Нитаро-сан тоже очень старается, путешествуя и выступая с кадзуки на флейте. Да уж, это безнадежно. Неужели мы ничего не можем сделать? Я понимаю, что это очень эгоистичная просьба. Кикуноски-сан, помогите нам купить новый сямисен для Нитаро. Послушайте, Тамикити-сан, я скоро собираюсь уехать из деревни. Когда я уеду, я уже ничем не смогу помочь родному краю. Поэтому я хотел бы, чтобы Нитаро-сан делал это вместо меня. В смысле? Мне бы хотелось, чтобы Нитаро-сан учил здешних слепых детей играть на сямисене. И Нитаро-сану для этого потребуется новый сямисен. Значит, вы нам поможете? Ну, конечно. Буду рад помочь. Нитаро, Кикуноски-сан сказал, что поможет нам купить новый сямисен. Уже совсем скоро ты сможешь играть снова. Хорошо, потому что без сямисена я не могу нормально заниматься кадзуки. Я рад за тебя, Нитаро. Спасибо. Что ты сделал с печатной машиной? Отец? Я ее продал. Продал? Тебе были нужны деньги? Да, были нужны. И мне больше не была нужна эта печатная машина. Ты собираешься что-то купить? Да. Сямисен. Я хочу заказать новый сямисен с широким грифом. Сямисен? Ты будешь на нем играть? Нет. Мне понравилось, как на нем играет Нитаро, который приходил нам недавно с Кададзуки. Я хочу подарить ему новый сямисен. Неужели этот Нитаро настолько хорош, что ты захотел так поступить? Со временем он станет настоящим Басама, даже лучше, чем те из Тадодзо. Я хочу, чтобы он стал лучиком надежды для местных слепых детей. Ну, как дела с сямисеном? Кикуноски-сан пытается договориться с мастером, чтобы тот сделал новый. Это же замечательно. У меня сейчас совсем нет денег на новый сямисен. Нитаро-сан, наконец-то готово.
Кикуноски-сан, на улице холодно. Проходите в дом. Благодарю. Кикуноски-сан, боюсь, мне нечего вам предложить. Можете выпить кипятку? Не беспокойтесь. В общем, прошу, примите его от меня. Надо же, такой тяжелый самисен. Так вот что значит с широким грифом. Да, я уверен, вы быстро его освоите. Спасибо. Даже не верится. Не знаю, как вас и благодарить. В этом нет нужды. Подходите все сюда. Нитаро нам сыграет на своем новом семисене. Нитаро будет играть на самисене? Такое нельзя пропускать. Точно, точно. Послушай Нитаро, и потом весь день работа спорится. Нитаро-сан, вы для нас сыграете? Я пока не совсем к нему привык, но думаю, можно немного. Все собрались тут только ради тебя. Покажи, как звучит твой новый самисен. Да, Нитаро! Сыграй для нас хотя бы немного. Ну, пожалуйста. Хорошо. Не получается. Проклятие. Почему не получается? Нитаро-сан. Нитаро! Да что с тобой? Все собрались тебя послушать. Ты говорил, что твоя игра должна проникать в людские сердца. Я знаю, но... Я практикуюсь даже чаще, чем прежде. Тогда почему ты ушел? Что-то не так. Нитаро! Так, ты даже не сможешь заниматься кададзуки. Почему бы тебе тогда вообще все не бросить? Делай, что хочешь. Тамикети-сан! Ну, как твои успехи? Осе? Не могу понять, в чем дело. Я практикуюсь даже больше, чем обычно, но ничего не получается. Может быть, чтобы овладеть им, не стоит начать все с чистого листа? Занятия? Да. Я хотел бы найти место, где смог бы заниматься, чтобы полностью изменить стиль. Ты думаешь о столь радикальном варианте? Что ж, есть одно такое место. Правда? И что же это? Это центр по подготовке Итако. Итако? Вы имеете в виду слепых девушек-медиумов? Именно так. Я слышал, что подготовка к тому, чтобы стать Итако, в несколько раз труднее, чем у Басам. Нитаро, ты сможешь такое выдержать? Я смогу! Я пройду подготовку, чтобы стать Итако! Хорошо. Тогда давай наведаемся к Кавакура Дзидо-сану. Да, прошу вас, отведите меня.
Скажи, Нитаро, ты это слышишь? Это называется кутиодзи. Итако призывает души умерших. Значит, я смогу встретиться с мамой? Если хочешь, узнаем. Нитаро, не так ли? С кем бы ты хотел поговорить? Со своей матерью. Как зовут твою маму? Акино. Хорошо. Примечание. Кутиодзи. Церемония, проводимая Итако, цель которой — призвать души умерших, чтобы те могли говорить через них. Нитаро, как ты поживаешь? Мама? Это ты? Мама? Да, это я, Нитаро. Мне так жаль, что ты рос совсем один. Но, похоже, сейчас у тебя все хорошо. Мама! Прости меня, что тебе пришлось умереть, чтобы дать мне жизнь. Нет, Нитаро. Я прожила хорошую жизнь и родила тебя. Но почему ты сюда пришел? Я пообещал своему отцу, что посвящу свою жизнь игре на самисене, но у меня были проблемы. Я даже сломал твой самисен. Не нужно из-за этого переживать. К тому же у тебя ведь есть новый самисен. Мне подарили самисен с широким грифом, но мне никак им не овладеть. У тебя все получится. Ты был рожден, чтобы выступать перед людьми. Твои старания обязательно будут вознаграждены. Мама, я... Я не смогу тебе помочь, но буду всегда. Всегда за тобой присматривать. Мама, спасибо. Ну как ты, Нитаро? Осё, какую подготовку я должен пройти, чтобы такому научиться? Стать Итако очень сложно. Ты постишься 7 дней и ночей и читаешь слух молитвы без сна и отдыха. Ты будешь на грани между жизнью и смертью. Чтобы оставаться в сознании, тебе придется обливаться холодной водой. И в конце концов, ты достигнешь состояния самоотчужденности. Тогда-то тебе наконец не зайдет сам Будда. Поэтому, Нитаро, я еще раз тебя спрашиваю. Ты готов? Осё, с тех пор, как Тамана-сан научила меня играть на самисене, он стал моей жизнью. До тех пор, пока я не смогу нормально выступать, я хочу полностью посвятить себя этой цели. Очень хорошо, что ты так решительно настроен. Я отведу тебя.
Что ты делаешь, Нитаро? Ты уже почти у цели. Твое сердце совсем скоро откроется. Мать-Земля даровала жизнь всему сущему. Создала прекрасную природу и четыре времени года. И разные эмоции. Радость, злость, печаль и счастье. Должен суметь передать все эти эмоции при помощи звука, извлекаемого из трех струн. Ты уже почти достиг стадии, когда Синесен сам будет воплощать твои душевные порывы. Что это? Я ничего не слышу. Я не чувствую ненависти, гнева, боли. Совсем ничего. Что произошло? И где я? Здесь так тихо. Что это за чувство? Должно быть, ты ее сейчас чувствуешь. Мама! Сущность Цугару. И дыхание земли. Тамана-сан, чувства людей, которые на ней живут. Отец! Удачи тебе, Нитаро. Ты уже их слышишь. Голоса людей, которые тебя ожидают. Спасибо вам! Это очень долго, даже для подготовки. Уже пришла весна. Нитаро-сан. Это ты, Юки-сан? Я вернулся. Наконец-то. Наконец-то ты вернулся. Наверное, это было очень сложно. Ты так исхудал. Нитаро-сан! С возвращением! Вот я и дома. Нитаро-сан, это было великолепно! Намного лучше, чем раньше! Нитаро стал настоящим Босамой. Нитаро-Босама, стало быть, теперь Нитабо. Нитаро-сан, просто здорово! Этот новый стиль игры на Самисене, Цугару. Я так рада. Ты овладел им в совершенстве. Спасибо. Но за это надо благодарить Кикуноски-сана. Кстати, как поживает Кикуноски-сан? Я хотел поблагодарить его и сыграть ему. Нитаро-сан, Кикуноски-сан больше не живет в Цугару. Почему? Кикуноски-сан уплыл за океан в Америку. Он оставил мне письмо и попросил тебе прочитать. Слушай. Нитаро-кун, я уверен, что ваше обучение игре на новом Симисене пройдет успешно. Я собираюсь серьезно заняться изучением печатного дела в Америке.
Это неожиданно, но я все же решил уехать. Ведь я обещал, что по возвращению из Токио унаследую семейное дело. Поэтому мои родители были расстроены. Но наблюдая за тем, как вы стремитесь играть на самисене в своем индивидуальном стиле, я решил заняться тем, чего мне хотелось на самом деле. Я хочу, чтобы во всем мире узнали о нашей новой, развивающейся Японии. И я хочу публично заявить об этом. Это моя мечта. В Америке я буду учиться печатать газеты и вести издательское дело. Я бы хотел, чтобы вы продолжали играть. Прошу, поговорите с Тамикити-саном о вашем будущем. Это письмо я оставляю Юки-сан, которая поддерживала вас больше всех. Я буду с нетерпением ждать нашей встречи в скором будущем и возможности вновь услышать вашу игру. Ваш Кикуноски. Понятно. У него есть большая мечта. Он действительно чудесный человек, как все и говорили. До нас дошли слухи, что Нитаро из Камбары снискал большую популярность своей игрой на самисене с широким грифом в стиле гидаю. Есть даже люди, которые говорят, что стиль игры Тадодзе безнадежно устарел, по крайней мере, в области Канаги. С тех пор, как наш лидер скончался вскоре после смены власти, мы также тщательно оттачивали свои навыки. Однако сейчас на карту поставлено наше существование. Нельзя позволить продолжать ему играть. Если так пойдет дальше, то нам не будет хватать денег на жизнь. Относительно уличного фестиваля, который состоится в Хиросаки, организаторы предложили устроить соревнования между нашим представителем и Нитаро. Что ж, кто будет от нас выступать? Я полагаю, это должен быть наш самый известный и популярный басама, Таварабо. Правильно. Из всех нас только Таварабо обучался новому стилю игры. Таварабо. Ты сможешь выиграть соревнование? Да, благодарю за оказанную мне честь. Я обучался игре на самисене с широким грифом, как у Нитаро, и его агрессивному стилю. Выступление на самисене с тонким грифом не будет впечатляющим, особенно перед большой толпой. Поэтому я практиковался на самисене с широким грифом. Я овладел им в совершенстве. Я уверен, что смогу победить. Публика в этом районе весьма привередлива. Я думаю, твои навыки достаточно хороши, чтобы победить. Однако, ты должен продолжать совершенствоваться и готовиться к соревнованию. У кого-нибудь есть возражения? Нет! Ты здесь, Нитаро! Нитаро! Сейчас не время обедать! Почему не время? Тебе что, неинтересно? Слушай внимательно. Тадодзе вызвала тебя на состязание. Ты преувеличиваешь? Тамикити-сан, меня просто спросили, не желаю ли я выступить на фестивале в Хиросаки. А? Так ты уже знаешь? Ну, что он говорит? Он будет там выступать? Это отличный шанс, чтобы слава о самисене Нитаро пошла по всей Цугару. Это большое достижение. Он совсем недавно вернулся после подготовки, а его уже приглашают выступать. Настоящий успех. Кстати... С кем ты будешь состязаться? С Таварабо, насколько я знаю. Что? Таварабо? Ты его знаешь? Нет. Ну, и кто он такой? Это Таварабо. Я слышала, он из тех, кто рождается раз в 10, а то и 20 лет. А он справится? А у него хоть есть шансы против такого мастера?
Ты что, издеваешься? Мне трудно даже представить, что Нитаро кому-то может уступить. Я точно знаю, что он всю свою жизнь посвятил Сэмисэну. Он отлично выступит в Хиросаке и вообще где угодно. Послушайте, нужно собраться всей деревней и пойти поддержать Нитаро. Поняли меня? Все ясно. Ну так что, Нитаро, что на этот раз? Какой вкусный запах! Это место совсем не изменилось. Ведь прошло целых 10 лет. Я до сих пор помню, как ты бежала по этим ступеням за своим мячиком. Нитаро-сан, это настоящее событие. В деревне только о тебе и говорят. Омацу-сан сказала, что приведет всю деревню тебя поддержать. Если она решила, то ее ничем не остановишь. И с нетерпением ждут твоего выступления. Мама говорила, что именно люди были главной опорой для выступающих Гадзё и играющих на семисене музыкантов. У живущих на севере людей, которые лишены зрелищ, совершенно особое отношение к песням и музыке. Для них не имеет значения стиль исполнения. Они просто хотят услышать по-настоящему хорошую музыку. Нитаро-сан, пожалуйста, постарайся для всех этих людей. Победа не главное. Я хочу достучаться до сердец людей, живущих в Цугару. Правильно. Я уверена, тебе это удастся. Я верю в тебя. Я верю в тебя, Нитаро-сан. Когда же начнут? Почему они тянут? Омацу-сан, они скоро начнут. Правда? Кажется, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. А? Они выходят! Мы так долго ждали! Не проиграй этому, Нитаро! Эй, Товарабо, покажи класс! Товарабо играет первым.
Отличное выступление, Товарабо. Великолепное владение самисеном, широким грифом. Ты лучший! Товарабо! Отлично сыграл, Товарабо! Теперь я точно знаю, что моя мама все еще жива внутри тебя. Что это за звучание? Thank you.
Над проектом работали. Субтитры были сделаны. Перевод – Шкалиаст. Редактор и оформление – Фёдор. Корректор – Ти-Джей. Арагами – Пансап Групп. Текст читали. Урсула и Азазель. Техническая поддержка и тайминг – Эсаж. Следующий фильм на Сидзава Акио называется «Япония – наше отечество». И мы его выпустим в этом году. Так что оставайтесь с нами. Проект озвучен группой shiza.biz специально для animereactor.ru.
その後, ニタ坊の評判は津軽地方一円に広まり、数多くの弟子が集まるようになった。 それでも彼は生涯を通じて粗末な小屋で過ごしたという。 彼が弟子たちに徹底して叩き込んだ教えは、 人真似なら猿でもできる、自分の三味線を弾け、であった。 今日、世界的に日本の伝統音楽として評価を受けている津軽三味線に、 成長なるものがないのは、始祖、ニタ坊の精神が受け継がれ